Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» исполнит произведение чешского композитора Антонина Дворжика. Сегодня оркестр готовится к выступлению с новой программой. Репетиции идут полным ходом. Правильно сказали, это будет звучать музыка Дворжика, танцевальные славянские танцы, очень колоритная, изысканная и зажигательная музыка. И второе деление будет симфония номер 9 из «Нового света». Одна из самых лучших симфоний вообще в мировой музыкальной литературе. Славянские танцы Дворжика давно полюбились российской публике. До сих пор эта музыка актуальна и любима слушателями за свою самобытность. Известно, что композитор всего за несколько часов набросал эскиз 8 славянских танцев. В итоге пьеса получила колоссальный успех. Мы все-таки славяне, наша нация, да, и она близка нам по духу, по состоянию, по энергетике, по харизме. И вообще Дворжик и любой композитор – это великие люди, которые будут жить вечно. Вот, еще через 1000 лет, через 2000 лет их и Дворжика будут играть, и Брамса, и Бетховена, и Чайковского. Для Эдуарда Дедюры выступление с оркестром «Губернаторский» будет третьим в этом сезоне. По словам маэстро, оркестр находится в хорошей музыкальной форме, и работа с ним – это профессионально. Профессиональное удовольствие. Музыканты и дирижер ждут на своих концертах самых разных зрителей. Здесь уже сформировавшаяся публика, которая ходит на эти концерты. Но хотелось бы пригласить особенно молодых людей, молодежь Ульяновска. Я надеюсь, что эта музыка их вдохновит, понравится, и они будут посещать концертные залы филармонические. В симфонии номер 9 отразились впечатления Дворжика от природы, поэзии и народной музыки. По словам участников оркестра «Губернаторский», музыка Дворжика – это эталон композиторского мастерства. Исполнять ее всегда радость для солистов. Ну, Дворжик вообще эталон. Эталон, сказать, мелодизма в музыке. Взять его виолончельный концерт, это вообще ничего лучше нет. Вот. И эта симфония замечательная совершенно. Нам так приятно эту симфонию играть, потому что сразу просторы, прерии. 26 марта концерт оркестра «Губернаторский» пройдет в Ульяновске, во Дворце детей и молодежи. 27 марта послушать музыку Дворжика можно в Димитровграде, в НКЦ имени Славского. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.